Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня мы начинаем монтаж теплицы капелька 3М VIP. Разгрузились, начали уже средства собирать. Фундамент установили уже. Закончен монтаж теплицы капельки VIP. Габариты теплицы 3 метра в ширину, 6 метров в длину. Теплица свалена с профильной трубы 20 на 40, частично 20 на 20, прогонная часть на дверях маленько. Окрас теплицы полимерно-порошковым способом светло-серого цвета. Труба оцинкована еще. Двойная защита от коррозии. Поликарбонат новатор 0,7 плотности. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Плюс на винтовых сваях. Вот таким способом закреплено. Мощно и надежно. В теплице стоят укосины для жесткости. С обоих торцов разрезная дверь, форточка. Все мощно, надежно. Капелька VIP. Двойная арка. Все четко. Никогда в жизни не развалится, никогда в жизни не удует ветром. Подписывайтесь на наш канал, заказывайте металлоконструкции, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Ответим на все. Все, всем пока.